Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи! Добро пожаловать во вселенную Скибиди туалетов! И да, ребята, сегодня вышла вторая часть 76-й серии! И вы только посмотрите! На превьюшке у нас новый персонаж! Это Астра Скибиди Вумен! И выглядит она реально устрашающе! Поэтому сегодня мы посмотрим новую серию, разберем ее максимально подробно! Ну а вы, друзья, если любите Скибиди туалеты, если хотите, чтобы лето было бесконечным, срочно ставьте лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Итак, друзья, смотрим максимально внимательно, что же сейчас будет. Это камера Спайдер, которая была в прошлой серии, и ею управляет камерамен в белом костюме. Он говорит, поставьте лайки обязательно, проверьте, чтобы лайки все стояли. Что же нас сейчас ожидает? Смотрите, была жесткая битва, везде разбросанные побежденные астровские бедисты, и появились ТВ-мены. Посмотрите, появились на поле боя ТВ-мены. То забудьте о них, они бесполезны. Подожди, они телепортируют погибших астроскибедистов? Перестаньте беспокоиться об этом бесполезном мусоре. Подождите, почему они не хотят помогать своим? Подожди, они... А это, кстати, это ТВ-вумен, она расстроена, она реально расстроена. Смотрите, они вдвоем телепортируют большого астроскибедиста. Этот телепортирует еще одного скибидиста. Оставайся позади, кормушка. Смотри! То есть мы сейчас продолжаем серию от лица большого камерамена, и он не подпускает нас. Он говорит, отойди. Почему назвал кормушкой? Образцы важнее. То есть они сейчас собирают образцы астроскибидистов побежденных, возможно, для того, чтобы, ну, смогли их победить или как-то так. Смотри, камерамен с оторванной рукой остался. Этот боевой пацанчик тоже. Все расстроены. Большой камерамен проверил, рука, все на месте. А, да, с лазером, ребят. Говорит, все отлично. Говорит, смотри, у меня есть планшет. Да ладно, имбецилы, прежде чем они найдут нас снова. Подожди. Большой ТВ-мен держит руки на двух контейнерах, в которых танцуют спикермены. А, он собирает своих. А, смотри, нет, он все-таки собирает своих. Говорит, смотри туда. Что происходит? Сейчас будет за... Опачки! Опачки, ребята, скибидист! А, как мы знаем, у них сейчас союз против астроскибидистов. Они прекратили всю войну. Они, некоторые скибидисты, объединились. Смотри. Там у нас, получается, союзный скибидист-мутант сидит. Вместе с ним камерамен. Так, этот вообще пацан без рук. Он его закинул. Хватает этих. Музыка пошла. Сейчас будет заруба. Опа! Это что было? Их атаковали. Так, вернулись астроскибидисты. Начинается заруба. Так, камера Спайдер полетела. Они верхом на скибидисте. Ну, кстати, вот эту пушку он в прошлой серии отобрал с мертвого астроскибидиста. Хорош. Смотри, скибидист их просто возит. И они еще успевают отстреливаться. Так, еще одного подобрали. А так, подождите-ка, что это только что было? Он промазал выстрелом с пушки. Внимательно, смотрите. Он стреляет, промазывает. Астроскибидист выживает, но что-то зеленое его просто уничтожило. Либо это что-то, выстрел был чей-то, или это выстрел камера Вумен, я пока не знаю. Так, еще один. Опять та же история. Опять зеленый какой-то луч просто пронизывает его. Подожди, вы должны по... Что это такое? Что его бьет? На максимально быстрой скорости. Нифига себе. Но он засейвил пацанов. Так, они по дороге сюда переехали. Это что такое? О, не-не-не-не-не. Это большой астроскибидист. Капец, он их развалил. Это скибидист, который их вез, насколько я понимаю. И ему здесь конец.
Да. Он еще раз прямо в него, смотри, зафигачил. Капец, у них мощное оружие. Так, они все убегают. Камерамен, большой камерамен пытается убежать. Разрушили мост. И походу их тоже разрушили. Так, что здесь происходит? У него потеряло, получается, он потерял, короче, сознание. Так, камерамен, скибидист, мутант с базукой. Еще три камерамена. Если я что-то, ребята, пропустил, мне в комментариях напишите, мы с вами потом все разберем. Так, это что такое? Нифига себе. Нифига себе прилетел пацанчик. Но против него они вообще ничего не сделают. Это у них злые взгляды. Еще один! С какими-то... У него это вообще другая пушка, посмотри. То есть у этого есть центральное ядро, плюс две пушки по, в каждой руке по сторонам. У этого какая-то гигантская пушка, которая крутится. Так, они пытаются уйти, пытаются идти в другую сторону. Еще один! Боже, какие криповые у них лица. Явно что-то задумали. Еще один появился. Почему они столько... Почему столько больших астрских бедистов напали на маленькую банду? Этот говорит, мне все равно. Смотри, он просто приготовился к смерти. Он понял, что здесь ему ну уже не вытащить. Вот она. Вот она! Это астроскибиди вумен с обложки. Смотри, она затащила, уничтожила. Она просто уничтожила. Говорит, прощай, друг. Лайк поставьте, не забудь. Смотри. Кто-то выстрелил скибидист. Она двоих сразу уничтожила. Она просто их... Она превратила их в атомы. Вообще все. Посмотри, у нее лицо как будто ей пофиг. Кстати, где... Я не пойму, где я ее где-то видел. Так. Затаскивает. Затаскивает большого камерамена. Не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, нет-нет-нет. Где-то, я не знаю, где-то я этого персонажа уже видел. Очень знакомое лицо, не могу вспомнить где. По-любому в комментариях напишите. На, показал ей средний палец, хорош! Минус рука. Оторвала одну руку. Оторвала вторую руку. Оторвала ногу. Он еще за... Слушай, вот это наш камераменчик красава, просто не сдается. Скибиди говорит. А, то есть она тоже общается на языке скибиди. Пытался, смотри, скибиди прилетел, пытался ее убить, но у нее еще есть и щит. Офигеть. Просто расфигачила. Смотри, насколько она разозлилась, она просто из глаз. О, боже мой, что она наделала? Я так понимаю, она очень сильна, да? Так, прилетел астроскибиди, с которым мы вели в прошлых сериях. Общается с ней на языке скибиди. Скибиди доп-доп, ес-ес. Она просто говорит ес-ес ему. Я пока не знаю, что они обсуждают. Но, возможно, он сказал ей, что нужно куда-то идти. Смотри, там произошел взрыв на фоне. Она подмигнула ему. Смотри. Разгоняется. И просто улетает. А смотри, эти остались и продолжают просто уничтожать, смотри, целые дома. У нас в правом верхнем части экрана написано Critical Damage, то есть он получил критические повреждения. Естественно, ему оторвали две руки и минимум одну ногу, возможно и две. Я не увидел, сколько ног ему на самом деле оторвали. Продолжает просто разрушать, и мы теряем сознание. Я не знаю, останется ли у нас персонаж в следующих сериях, но здесь ему явно уже ГГ. Итак, ребята, вот эта новая серия просто имба. У нас появился новый персонаж. Это Astra Skibidi Woman. С холодным очень лицом. С холодным взглядом. С презрением каким-то постоянно смотрит. Что же будет дальше, узнаем в следующей серии. Будем ждать, ребята. Будем смотреть реакцию. Будем смотреть все. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. До встречи в новой серии. Всех люблю. Всем удачи. Ребят, не забудьте поставить лайки. Не будьте вот такими угрюмыми, как она. Всем пока.